Широкая линейка банковских услуг и качественный сервис – все это стало доступнее для жителей Люберец. Здесь появился первый офис Федерального банка «Открытие». Его специалисты принимают клиентов на улице Красной. Специалисты банка «Открытие» отправились с корабля на бал. Если быть точнее, от праздничной ленты к своим компьютерам. Первый рабочий день филиала получился одновременно торжественным и насыщенным. Клиенты не заставили себя ждать. По всеобщим убеждениям, новый банк в Люберцах не лишний. Дополнительный банк – это всегда хорошо, это удобно, и это способствует развитию конкуренции и получению более качественных услуг для наших жителей. Открытие предоставляет физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг. Люберчане могут открыть здесь вклад или депозит, оформить дебетовую и кредитную карты, получить услуги по страхованию. Особое внимание в открытии уделяют поддержке малого и среднего бизнеса. Наш офис является флагманом в кредитовании юридических лиц и их обслуживания на территории Москвы и Московской области. Готовы предоставить высокотехнологические услуги, в том числе кредитование малого бизнеса от микрокредитов до крупных кредитов среднему и малому бизнесу. Приходя к нам, предприятие получает не только финансовую помощь, но и поддержку банка в зарплатных проектах, полное сопровождение от открытия расчетного счета до развития бизнеса. Сергей Кириенко – предприниматель и постоянный клиент открытия на протяжении года. Открытие нового филиала пришлось как раз кстати. Предприятие Сергея находится неподалеку, а значит, времени на решение финансовых вопросов теперь будет уходить меньше. Пользуемся целым рядом кредитных продуктов. Все оперативно рассматриваются, все ответы на вопросы получаем вовремя и достаточно в полной мере удовлетворены тем качеством обслуживания, которое банк нам предоставляет. В Люберецком офисе банка все продумано для удобства посетителей. Зона банкоматов работает круглосуточно. Для деловых переговоров и встреч выделена переговорная комната, которая обеспечит конфиденциальность. Особенность филиала – депозитарий банковской ячейки, где клиенты могут хранить ценности. Клиентский центр у нас круглосуточный, который помогает клиенту в любую минуту консультировать, поддерживать и помогать совершать все необходимые операции. Тет-а-тет встретиться со специалистами Люберецкого филиала банка «Открытие» можно с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Офис расположился по адресу улица Красная, дом 1. Мария Кузьмичева, Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.